Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать очень простую выполнение жилеточку на новорожденного ребенка. В принципе, жилеточка вяжется достаточно легко, быстро и просто, причем очень легко сделать на нее расчеты. Вяжется перед, затем вывязывается горловинка и спинка. На спинке мы вывязываем еще дополнительно планочку для петелек наших пуговичек. На передней стороне мы пуговички эти пришиваем на том же уровне, где делаем петельки на спинке. Вот, в данном случае я вам представляю вариант для грудничка от 0 до 3 месяцев. В видео я вам буду показывать подобный размер, но от 3 до 6 месяцев. То есть все вяжется абсолютно идентично, так как размеры практически одинаковые. Единственное, что я до, скажем так, полугода хочу добавить длину вывязывание непосредственно самого изделия, и у меня длина будет до проймы чуть-чуть больше. Здесь у меня от 0 до 3 месяцев 15 сантиметров планочка для пуговичек и вот петелек, то я хочу увеличить до буквально где-то 18 сантиметров, то есть плюс 3 сантиметра добавить к вот здесь вот нашему расстоянию. Причем я точно так же оставлю 4 пуговички, мне этот вариант, скажем так, наиболее нравится. Можно сделать 3, можно сделать 5. Вот, высота у меня ручки обхвата здесь в полуобхвате 9 сантиметров. Я считаю, что этого расстояния более чем достаточно, так как будет поддеваться, скажем так, жилеточка на бодик, либо же на человечек. Вот, соответственно, здесь нужно побольше расстояния, плюс еще у меня, как вы видите, не обработанная горловинка. То есть у нас делается закрытие петелек, вывязывается плечо, а затем делается соединение на спинке набором петелек, тех, что мы закрываем на горловинке. И получается красивый эластичный краешек. Вот, и сюда проходит спокойно голова ребенка. Вот, никаких я здесь застежек не делала на плечах. Все вяжется сдельным полотном от переда, переходя на спинку. Единственное, что вот этот кусочек одного плеча вывязывается отдельной ниточкой. То есть вы берете основную нить, вяжете, вяжете, вяжете. И у вас основная нить уйдет в правую сторону. Левую сторону вам следует будет вязать ниточкой другой, то есть другим краешком. Для этого я предлагаю вам сначала вязание, перед тем, как будете делать набор петелечек, отмотать от основного мотка небольшой моточек. Либо же просто с центра мотка вы вот будете вязать основной ниточкой, которую снимете после этикеточки, у вас будет краешек, то вторую часть ниточки вы сможете достать с внутренней стороны мотка, то есть вот здесь вот. И дальше продолжать вязать этот, скажем так, край плеча. Затем снова соединяете вязание и продолжаете вязать основной ниточкой, вывязывать уже и планочки для пуговичек на спинке. Что касаемо размера, данный размер у меня от 0 до 3, повторюсь, буду сейчас вам показывать, как делать расчеты на размеры побольше. При этом вам следует связать небольшой образец данной пряжи, которую вы будете использовать для вязания жилеточки, и спицы, также номер, который вы будете вязать, связать небольшой образец в размер 10 на 10 сантиметров. Желательно его обдать паром, либо же постирать, это по желанию. Вот. И затем уже как бы в обработанном виде вы будете видеть, насколько он сел, либо растянулся, этот образец, и уже будете делать расчеты. Связав образец 10 на 10 сантиметров платочной вязкой, у меня получилось, вместилось 24 петли по ширине и 46 рядочков по высоте. Исходя из этой плотности вязания, я буду делать сейчас расчеты. Буду делать на размер 3-6 месяцев, соответственно, эта окружность груди не сильно отличается от 0 до 3 месяцев, поэтому, в принципе, это будет в целом около 40 сантиметров. Плюс я сделаю небольшой запасик все-таки, исходя из того, что это, скажем так, уже на полгодика. Вот. В принципе, при рождении у ребенка окружность груди где-то 34-36 сантиметров. Я взяла в целом 40 сантиметров, потому что это будет, скажем так, относиться к верхней одежде. Это носится не на голое тело, а на человечек либо бодик, поэтому должен быть какой-то запасик. Плюс это лежачий ребенок, и ему должно быть удобно и комфортно. Вот, теперь я беру окружность груди, у меня это 40 сантиметров, делю напополам, получаю полуокружность груди 20 сантиметров. Плюс каждой полуокружности груди я добавлю по 1 сантиметру. Это опять же таки для этого небольшого, скажем так, запасика
и удобство. Вот, вы можете не добавлять, то есть можете, к примеру, если у вас сейчас 36 сантиметров окружность у ребенка, то, соответственно, 40 вам будет более чем достаточно. Конечно же, если вы делаете жилеточку от полгода до года, то, соответственно, там уже окружность груди, возможно, вы захотите больший запасик взять, потому что, в принципе, ребенок растет достаточно быстро и хочется, чтобы одежды, скажем так, хватило как можно дольше. Вот, и вы смотрите, сколько вы хотите связать полуокружность груди, делаете запасик, у меня это 1 сантиметр, то есть по итогу, скажем так, вязания у меня перед должен составлять в полуобхвате и соединенный со спинкой 21 сантиметр, то есть в окружности груди у меня должно быть в готовом изделии 42 сантиметра. Я считаю, что этого более чем достаточно. И вот исходя из этих цифр, мы затем их умножаем, скажем так, на количество петель в одном сантиметре. У меня это 21 сантиметр, умножаю на 2,4 петли, получается 50 петелечек. То есть для начального, скажем так, вязания нам нужно набрать 50 петелечек, плюс я наберу 2 кромочные. Это для того, чтобы по краям у нас были красивые косички. Они не занимают у нас сантиметров, но при этом красивый получается вот такой вот край, который не требует обработки. То есть вот они наши кромочные, которые тянутся от начала вязания до конца вязания. Вот, и они красивые и достаточно, скажем так, обработанный вид имеют в итоге. Затем я смотрю, сколько мне нужно от начального ряда наборочной косички провязать до проймы. От 0 до 3 месяцев я вязала высоту проймы, до проймы 15 сантиметров. Здесь же я добавила 3 сантиметра, то есть у меня получается 18 сантиметров от начала вязания до проймы должно быть мое изделие высотой. То есть мы набираем 52 петли, вяжем полотно длиной 18 сантиметров. Затем делаем закрытие петелек для проймы с одной и с другой стороны. Это порядка 4 где-то петелек я буду делать закрытие. Затем вяжем такое вот прям поворотными рядами полотно в уменьшенном, скажем так, уже виде, и доходим до высоты горловины. Горловинку я буду делать закрытие шириной в 9 сантиметров, мне этого опять же таки достаточно, потому что окружность головы ребенка где-то 38 сантиметров, может быть 36, может быть 40, но в среднем это полуобхват головы 20 сантиметров, то есть у вас здесь должно получиться в полуобхвате 20 сантиметров. Я посчитала, что мне достаточно будет, если я закрою 9 сантиметров, хотите, можете перевести сразу же в количество петелек, то есть умножить 9 сантиметров на 2,4 петли. Вот, затем мы будем отдельно вязать правую сторону плеча и левую сторону плеча, затем замыкать снова вязание, скажем так, с задней стороны, и замыкать для вязания спиночки. При вязании спиночки мы будем вязать до проймы, затем набирать петельки проймы, которые мы сократили на передней стороне, и параллельно вывязывать петельки для пуговичек. То есть мы должны будем набрать лишние петли для планки. Если передняя сторона у нас составляла 21 сантиметр, то, соответственно, задняя сторона полуобхвата у нас должна составлять порядка на 6 сантиметров больше. Почему? Потому что 3 сантиметра планка с одной стороны для пуговичек и 3 сантиметра с другой стороны. То есть это уже плюс 6 сантиметров, 27 сантиметров. У вас же, возможно, свои циферки. Далее, что хочу сказать, я буду делать высоту от проймы до плеча 9 сантиметров, как делала до этого, от 0 до 3 месяцев. И общая высота у меня добавится на 3 сантиметра, то есть у меня на маленькой жилеточке от 0 до 3 это 24 сантиметра. Здесь же я увеличила на 3 сантиметра до проймы высоту жилеточки. Соответственно, 24 сантиметра у меня изначально было, а теперь будет 27 от 3 до 6 месяцев. Вот такие вот расчеты я сделала, показала вам, вы делаете уже исходя из вашей плотности вязания, ваших ниточек и спиц, и затем делаете вот такие вот самые простые расчеты. Вяжется все просто сдельным полотном, набирается начальное количество петелек, вяжется, в итоге закрываются петельки уже на спинке после вывязывания общей высоты жилеточки.
Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать фирму Ланоса, серия Минди, 315 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Буду вязать спицами номер 3. У меня это круговые. Можете взять обычные прямые спицы. Мы будем вязать поворотными рядами, поэтому, в принципе, можете абсолютно любые спицы использовать. У меня номер 3 прямых спиц обычных нету, поэтому я буду использовать на леске. Также нам понадобятся ножнички и сантиметр. Для начала нам нужно набрать петельки. Я буду набирать для данного размера 50 петель плюс 2 кромочные, то есть 52 петли. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянуты. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 50 петель. Самым удобным для меня способом. Когда все петельки набраны, мы достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных 2 петель. И далее поворачиваем вязание на первый ряд. Я накладываю на рабочую нить вот этот хвостик наборочной косички нашей. И начинаю вязать первый ряд. Первый ряд, включая первую петельку, я вяжу лицевыми петлями. Завожу за петлю и вяжу двумя ниточками рабочими. Вот так вот заводя снизу. Связали первую лицевую. Повторяю, вторую лицевую вяжем. Третью, четвертую и пятую. Далее бросаю вот этот хвостик, отвожу его назад и ложу на пальчик только лишь рабочую ниточку от мотка. И продолжаю вязать также все петельки лицевые. Последнюю кромочную петлю я буду вязать изнаночной. Вы хотите, можете вязать все петельки абсолютно лицевые. Здесь уже вы определяете сами, как привыкли вязать. Но самое главное, запомните, что какую петельку вы вяжете в первом ряду последней, допустим, лицевую, то и во всех последующих рядах последнюю петельку нужно будет вязать лицевой, для того, чтобы по бокам была красивая и аккуратная косичка кромочных петелек. Итак, связав все петельки до последней лицевые, у нас получается, что спрятался вот этот хвостик ниточки, и в дальнейшем мы его просто отрежем, нам его заправлять не придется. Кромочная петля, заводим ниточку перед петлей и вот так вот сверху поддеваем рабочую нить. Связали изнаночную и поворачиваем на второй ряд. Второй ряд и во всех последующих рядах мы первую петлю будем снимать непровязанной. Затем все последующие петельки вяжем лицевыми петлями. Точно так же заводя снизу, захватываем рабочую ниточку. Вот так вот каждую петлю. Последнюю кромочную будем вязать, как и в первом ряду, изнаночной петлей. Вот таким вот образом нам нужно будет чередовать лишь только лицевые ряды и с лицевой стороны, и с изнаночной. Для того, чтобы у меня красивое было изделие с лицевой стороны, то наборочную косичку, если вы посмотрите при вязании второго ряда, у нас такая вот ровная красивая наборочная косичка. С другой стороны у нас идут такие вот зубчики. Вот я хочу, чтобы у меня вот эта косичка была с лицевой стороны, поэтому нечетные ряды у меня будут с лицевой стороны, а четные с изнаночной. И вот таким вот образом нам нужно будет провязать полностью платочной вязкой, только лишь лицевыми петлями с лицевой и с изнаночной стороны, до момента проймы. У меня это будет порядка 17-18 сантиметров. То есть я сейчас, связав высоту до проймы, скажу вам, сколько у меня вместилось рядочков. Ничего мы не меняем, мы только лишь вяжем наши 52 петельки поворотными рядами лицевыми петлями. Последнюю кромочную я вяжу изнаночной. Связали ровное полотно без изменения. И сейчас у меня получается связано 17,5 сантиметров. Но после тепловой обработки платочная вязка хорошо тянется. Поэтому я оставляю вот таким вот, скажем так, образом 17,5 сантиметров и оказываясь в начале нечетного ряда, там, где у нас вот такая наборочная красивая косичка. Сейчас в начале этого ряда через 17,5 сантиметров я буду делать закрытие петелек для проймы. Я буду закрывать, не слишком делать широкую проймочку. Мне кажется, что здесь на детской такой вот маленького размера жилеточки 4 петель с каждой стороны будет достаточно, поэтому я снимаю кромочную петлю. Далее провязываю вторую петельку лицевой и на нее переодеваю кромочную. Спускаю полностью кромочную со спицы. Это первая петля убавилась. Далее следующую петлю вяжу лицевой и на нее переодеваю последнюю петельку. Это вторая петля. Далее снова лицевая, на нее переодеваю последнюю петельку. Это третья петля убавилась.
И еще раз вяжу под последнюю четвертую петлю лицевой и на нее переодеваю предпоследнюю, точнее как последнюю уже теперь петлю на нее переодетую. И теперь у меня получается закрылось 4 петельки. От начала, если вы отсчитаете, вот она первая, вторая, третья, четвертая петля и кромочная. Эта кромочная перенеслась на вот эту четвертую закрытую петельку. Теперь дальше мы вяжем просто все петельки лицевые до тех пор, пока в конце ряда у нас не останется последних 5 петель на левой спице не провязанных. Осталось у нас 5 петель, и 3 первые из них переносим не провязанными на правую спицу. Далее, вот последнюю петлю кромочную мы переносим на предпоследнюю. И спускаем полностью кромочную со спицы на вот эту петельку. Далее снова сюда же возвращаем еще одну петлю с правой спицы. И на нее переодеваем теперь уже последнюю эту петельку и спускаем с работы. Мы закрыли таким образом 2 последние петли. Далее снова переносим непровязанную петельку и на нее переодеваем последнюю. Это третья петля. И снова последнюю непровязанную петлю переносим к последней на левой спице. И на нее перекидываем теперь уже последнюю петлю. И вот эта пятая петля с конца, которая у нас последняя непровязанная теперь, у нас и будет считаться кромочной. Поэтому в конце ряда вот эту кромочную мы довязываем просто изнаночной петлей, как вязали во всех предыдущих вот здесь вот рядочках. И теперь мы, получается, из 52 начальных петелек убавили по 4 петли с каждой стороны, то есть 8 петель. И у нас сейчас должно остаться 44 петельки, простите, на вот этой провязанной нашей спице. То есть сейчас разворачиваем вязание и продолжаем далее вязать просто наши 44 петельки. Вот так вот поворотными рядами еще где-то 4-5 сантиметров. То есть в зависимости от того, насколько вы хотите глубокую горловинку. Я, например, не очень хочу сильно глубокую, поэтому я сейчас, провязав 4, ну максимум 4,5 сантиметров, буду делать закрытие петелек для горловины. А пока продолжаю вязать просто платочной вязкой, как я вязала до этого. Связала я 4 почти с половиной сантиметра после проймы свои 44 петли. И теперь нам нужно закрыть петельки для горловины. Для того, чтобы рассчитать мне горловинку, в принципе, можно измерить нужную, скажем так, ширину горлышка полуобхвата ребенка и визуализировать его, как бы, как оно должно выглядеть здесь. Но если я возьму полуобхват шеи, то получится слишком много, у меня здесь только петелек нету. Поэтому я закрою центральные 9 сантиметров. Если же у вас размер больше жилеточки, то, соответственно, закрываете 10 сантиметров центральные. При этом у вас останется одно плечо, второе плечо и горловина. Для того, чтобы мне как бы хорошо распределить оставшиеся петельки, я беру, делю их пополам. То есть 44 пополам это по 22 петли. То есть центральные 22 петли я закрою для горловинки, это одна из частей. А вторую часть, 22 петли, я поделю на 2 плеча, то есть по 11 петель. И сейчас я закончила вязать в лицевом ряду последний ряд. То есть там, где у нас красивая косичка. И разворачиваю на изнаночный ряд, там, где у нас вот такие зубчики. Я буду делать закрытие петель горловинки с изнаночной стороны. Как я это делаю? Кромочную снимаю. Это у нас считается первая петля. И довязываю еще 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, связала я первое плечо. Вот она у меня ширина первого плечика. Можно сделать, в принципе, и 10 петелек, то есть кромочную еще 9 лицевых, а закрыть центральные не 22 петли, а 24. Но, в принципе, можно и закрыть. Этого, я думаю, будет достаточно. Теперь начинаем закрывать подряд 22 петли, то есть центральные петельки для горловины. Для этого вяжем одну лицевую из 22 первую, вторую лицевую из 22 вторую. И первую лицевую переодеваю на вторую. Вот так. Спускаю полностью со спицы. Далее следующую вяжу лицевую и на нее переодеваю предыдущую лицевую. Спускаю со спицы. Это я закрыла 2 петельки. Далее лицевая переодеваю на нее 3 петельки. Лицевая переодеваю на нее, закрыла 4 петли. Лицевая переодеваю 5 петель. Лицевая переодеваю
6 петель, лицевая переодеваю 7 петель, лицевая переодела 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 петля и 22 петля. Далее у нас должно остаться до конца ряда 10 петелек. 2, 4, 6, 8, 10. Так и довязываем 9 лицевых просто лицевыми петельками. И кромочная петля у нас 10. При том, что осталось после закрытия петелек еще одна петля. То есть в общей сумме у нас должно получиться 11 петелек на одном плече. Затем мы закрыли центральные петельки горловинки, 22 петли, и 11 петелек у нас осталось на другом плече. Пересчитайте, чтобы у вас совпадало количество петелек, оставленных на одном плече, с количеством петелек, оставленным для второго плеча. Если все совпало, у нас с изнаночной стороны вот такая красивая косичка. Хотите, можете закрывать такой косичкой с лицевой стороны. Но я вот хочу, чтобы у меня с изнаночной стороны была косичка, а с лицевой стороны у меня получается как вот такой вот изнаночный ряд. Мне нравится больше эта сторона, поэтому я закрыла с изнаночной стороны. Теперь каждое плечо нам нужно вязать по отдельности. То есть 11 петелек нам нужно вязать отдельными полотнами продолжать. Так мы будем вязать высоту горловинки, просто эти петельки. То есть у нас будет вот такая квадратообразная горловинка. Мы будем кромочную снимать и далее вяжем центральные петельки первого плеча до последней кромочной петли, лицевые. Кромочную петлю, теперь уже вот эту последнюю петлю, я буду вязать изнаночной. Причем первые несколько петелек последних вот этих вот первых рядочков хорошо затягивайте для того, чтобы здесь не образовалось дырочки. И теперь поворачиваем. Ничего у нас дальше не вяжется, а просто разворачиваем и вяжем следующий ряд. Пока у нас не наберется полотно с этой стороны 7 сантиметров в высоту. То есть вот так вот затянули. Здесь дырочки у нас никакой нет. И дальше продолжаем вязать второй, третий, четвертый ряд и так далее. Пока не свяжем 7 сантиметров в высоту. Затем мы возьмем, свяжем второе плечика и будем соединять вязание. При этом второе плечико можно вязать параллельно первому. Для этого достаем с центра мотка второй краешек ниточки и прикрепляем его с этой стороны. Для того, чтобы здесь не было никаких вот здесь вот расхождений, я вам предлагаю из последней петли вытянуть вот так вот, из последней как бы петли закрытия вытянуть вот эту первую крайнюю петлю. То есть на нее перекидываем первую петлю и возвращаем обратно. И у нас получилось цельный переход. То есть просто из последней петельки закрытия протягиваем последнюю петельку здесь. Или первую из плеча. И у нас получается как здесь такой вот закругленный красивый вид с одной стороны, так и с другой стороны. То есть чтобы не было разрыва. Далее берем, присоединяем ниточку. Я обычно первую кромочную снимаю. И далее просто вяжу лицевыми петельками. А вот эту ниточку я потом спрячу после того, как свяжу полностью плечо. То есть вяжем точно так же первый ряд, последнюю петлю кромочную, изнаночную. Поворачиваем, вяжем следующий ряд. Вот так вот снимаем кромочную и вяжем все петельки лицевые. Последнюю петлю плеча вяжем изнаночной. То есть связав это плечо, вот так вот, я перехожу параллельно вязать из основного мотка, который мы только что вязали, продолжаю вязать второе плечо, для того, чтобы было одинаковое количество рядочков. То есть, связав это плечо другой ниточкой, вот так вот, кромочная, изнаночная, я в обратную сторону иду этой же ниточкой, связав одно плечо, затем следующей ниточкой буду вязать второе плечо. Если вы так параллельно не умеете вязать два плеча одновременно, то просчитаете потом количество петелек, сколько вы связали на одном, количество рядочков, которые вы связали на одном плече. Затем на этом же плечике точно так же вяжете это же количество. Хотите поочередно, хотите одновременно,
общем, нам нужно связать высоту после закрытия петелек, после вот этого ряда, 7 сантиметров. Я буду вязать параллельно 2 плечика и скажу вам, сколько потом рядочков у меня уместилось. Связали 7 сантиметров и оказались в конце изнаночного ряда, там, где делали закрытие, вот она наша косичка. Там мы и должны в конце ряда закончить оба плечика. Сейчас я вам скажу, сколько у меня получилось по изнаночным рядочкам. Вот она наша косичка закрытия. И начинаем отсчитывать вверх изнаночные ряды. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 изнаночных рядочков. Вот таких вот с изнаночной стороны. И закончив в конце изнаночного ряда, вот я присоединяла ниточку на втором плечике. С этой же стороны я должна отрезать с этого же плечика ниточку и оставить кончик для заправки. Далее у нас вот она рабочая нить с мотка. Мы ее поворачиваем и дальше будем продолжать именно рабочей ниточкой с мотка. Та дополнительная ниточка была лишь связана только ею вот левое плечико. И теперь что мы должны сделать? Мы должны будем восполнить наши закрытые петельки. У меня их было 22, поэтому я буду набирать также 22 петельки вот в этом промежуточке между плечиками. Вот так. Для этого берем кромочную, снимаем. Далее провязываем все петельки лицевые первого плечика. Вот так вот, самым обычным способом. Далее будем набирать петельки любым для вас удобным способом. Последнюю петлю с первого плечика я предлагаю вам также связать лицевой. Далее я буду набирать таким образом петли. Смотрите, завожу под рабочую ниточку большой пальчик и вот так вот поворачиваю к себе. Еще раз показываю. Большой пальчик поворачиваю к себе и захватываю дальнюю стеночку. Рабочая ниточка натянута, большой пальчик под низ и поворачиваем. Вот она у нас получилась петелька, мы ее подтягиваем на правую рабочую спицу. Повторяем, натянули ниточку, захватили дальнюю стеночку, это вторая петля, захватили дальнюю стеночку, третья петля, захватили дальнюю стеночку, четвертая, пятая петля, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Я восполняю те петельки, которые здесь закрывала. Не более, не меньше, не больше не делаю. Далее подтягиваю следующее плечико. Можете провязать первый ряд вот здесь вот вместе с вот этой рабочей ниточкой, тогда вам не придется этот краешек ниточки прятать далее. Поэтому сейчас вот так вот, начиная с первого плечика, вот так вот вяжем первую петлю вместе, вторую петлю вместе ниточками, третью, четвертую. Все, спрятав хвостик, мы просто продолжаем дальше вязать рабочей нитью от мотка. Последнюю петлю ряда кромочную я буду вязать, как всегда, изнаночной. Далее поворачиваем на следующий ряд. И все у нас петельки лицевые. То есть все возвращаем обратно, как мы вязали до места проймы. У нас такое же количество петелек. Кромочную снимаем. Далее все петельки до конца ряда лицевые. Кромочная петля ряда последняя, когда довяжете все петельки, у нас будет изнаночная. Вот они, буквально 4 здесь петельки, связаны в двойную ниточку для того, чтобы спрятать нам было хвостик. Вот. И дальше продолжаем все поочередно петельки вязать по одной. Вот так вот отделяем по одной петельке. Можете даже просчитать, чтобы их было то же количество, что вы их закрыли, чтобы не ошибиться. Затем довязываем плечико. Первый ряд будет немножечко сложно вам вязать, а затем продолжаем дальше. Довязав до конца изнаночный ряд лицевыми петельками, мы поворачиваем на лицевой ряд. И с лицевой стороны у нас должен получиться вот такой красивый закрытый край изнаночными петельками. И здесь такими же изнаночными петельками связан наборочный край. И по объему вот этот наш прямоугольничек, хотя по видео, честно говоря, он выглядит как квадрат, но на самом деле он прямоугольничек. Здесь по 7 сантиметров, здесь по 9 сантиметров. И при вывязывании первого ряда немножечко у нас вот стянутые петельки. Вот в этот квадратик или прямоугольничек должна помещаться голова ребенка. Вы обязательно примерьте. Можете провязать еще несколько рядочков для того, чтобы не распустилось ваше вязание. И затем примерить на ребенке вот этот обхват головы
скажем так, должен совпадать с горловиной. У меня он совпадает, мне этого достаточно, пока у ребенка маленькая голова. Вот, и мы дальше продолжаем точно так же вязать. Просто мы вернулись к нашим 44 петелькам изначальным до закрытия горловинки центральных 22 петелек. Мы должны их связать от начала закрытия горловинки 15 сантиметров. То есть начинаем отсюда, вот они наши 7 сантиметров. И мы должны связать еще 8 сантиметров просто вот таким вязанием. То есть здесь у нас было 4 сантиметра. Мы должны связать еще вот так вот, скажем, 15 сантиметров от закрытия горловинки. Можете провязать 14, если вам покажется, что много, 15. В общем, мы должны связать такое количество сантиметров, чтобы у нас получился отворотик на спинку. Вот так вот он где-то будет располагаться. Вот. И мы выйдем на, скажем так, высоту, там, где нам нужно будет набирать петельки для проймы. Вот как мы убирали петельки, только сейчас мы будем их набирать. Вот, поэтому сейчас вяжем просто прямым полотном. Итак, вот мы связали полотно, и мы закончили с изнаночной стороны. Высота прямого вязания после набора петелек для окошка горловинки у меня 8 сантиметров. То есть всего от начала закрытия петелек для горловинки до сейчас, скажем так, момента, высота у нас составляет 15 сантиметров. И сейчас мы будем делать набор петелек для проймы на спинке. То есть если мы сейчас вот так вот перед повернем, сделаем вот такой вот отворотик, то у нас сейчас спицы должны находиться на уровне проймы. И задняя сторона горловинки на спинке у нас немножечко длиннее, как бы с ростком по отношению к передней стороне. Вот так у нас петельки проймы, и мы будем делать набор. Вот она наша спиночка. И сейчас я, провязав изнаночный ряд до конца, я специально не отрезала ниточки, чтобы вы видели, что это изнаночная сторона. Мы делали закрытие петелек. Вот. И сейчас мы находимся в начале лицевого ряда. Мы должны будем набрать не только петельки проймы по 4 петли, как делали убавление с одной и с другой стороны, но и набрать дополнительные петли для планки. Планка у меня будет составлять 6 петелек, можете взять больше петелек, можете взять меньше, это уже в зависимости от вашего желания. То есть вот они 4 петли, это ширина. Я буду делать планочку чуть-чуть шире, чем ширина проймы, то есть 6 петелек. И плюс 4 наши петли проймы, то есть нам нужно набрать с каждой стороны по 10 петелечек. И не испугайтесь, что у нас будет пройма на спинке вот здесь вот шире, чем пройма спереди. У нас будут делаться вот такие вот отворотики, планочки, для того, чтобы сделать петельки для пуговичек. То есть сейчас, довязав до конца, вот он наш изнаночный ряд, вот так вот 8 сантиметров и плюс 7 сантиметров окошко. Вот, теперь мы в конце изнаночного ряда будем набирать петельки таким же образом, как мы с вами восполняли 22 петли горловинки. То есть сейчас с изнаночной стороны мы берем, подхватываем рабочую ниточку пальчиком большим, делаем петлю и захватываем. Это первая наборочная петля. Мы будем набирать, еще раз повторюсь, 4 петли проймы и 6 петель планки. Вторая петля, третья, четвертая, это петли проймы, далее первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая, это петельки для планки. Можете набрать еще седьмую кромочную петлю, но это по желанию, то есть как хотите. Хотите, можете набирать ее, хотите не набирать, то есть в принципе здесь уже не столь важно, можем набрать. И далее разворачиваем на лицевую сторону. Кромочную мы сейчас провяжем первую лицевой петлей, в дальнейших рядах мы ее будем снимать не провязанной. И далее все петельки до конца ряда нам нужно провязать лицевыми, то есть это 6 петель планки для пуговиц, 4 петли проймы, и далее вяжем просто наше полотно, петельки, которые мы только что вязали, там, где у нас была горловинка и плечики. То есть вот так вот поочередно провязываем все петли лицевые. Сейчас пока это вам покажется очень медленно и трудно, но вы постарайтесь. Все, далее довязываем вот так вот петельку кромочную, которая у нас здесь была, и все петли
До конца ряда вяжем лицевые. То есть, провязав вот так вот лицевые петельки, мы набрали первую часть проймы и планочки для спинки. Дойдя до конца лицевого ряда, последнюю кромочную петлю мы вяжем лицевой, и далее снова с этой стороны нам нужно набрать петельки. Подхватываем рабочую ниточку большим пальчиком и набираем 1, 2, 3, 4 петля проймы, и далее 6 петель планки, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1 петля кромочная, как и с той стороны. Если вы там набирали 6 петелек, то, соответственно, здесь вы набираете также 6 петелек. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И далее первую кромочную петлю мы провяжем лицевой в этом ряду. Во всех последующих рядах мы ее будем снимать не провязанной. И далее вяжем все петельки лицевые, полностью провязав вот эти наборочные наши петельки с другой стороны лицевыми петлями. И все петельки до конца этого ряда, включая петли дополнительные с другой стороны, мы будем провязывать лицевыми петельками. Вот так вот. Спустилась петля, не переживайте, довязываем ее за дальнюю стеночку. И вот так вот провязали все петли наборочные. И переходим просто вязать вот эти петельки, которые у нас уже были. Дошли до дополнительных набранных петелек с другой стороны. И их тоже продолжаем вывязывать платочной вязкой, соответственно, вяжем просто лицевыми петельками. И последнюю петлю кромочную я провяжу изнаночной, как вязала до этого. Далее разворачиваем вязание на другую сторону и продолжаем вязать все петельки лицевые, включая петли с другой стороны. И последняя кромочная петля, она у нас будет находиться вот здесь аж, будет только лишь изнаночная, все остальные лицевые. И вот таким вот образом мы набрали петельки для проймы с другой стороны, то есть на спинке, и петельки планки, на которой будем вывязывать пуговички. Сейчас мы провяжем несколько рядочков и начнем вывязывать петельки для пуговичек, для того, чтобы сделать застежки по бокам. Связав 3 изнаночных ряда, после, то есть мы сделали набор с первой стороны, с изнаночной, скажем, добрали петельки, провязали лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, то есть 6 рядочков. С этой же стороны, с другой, где мы набирали с лицевой стороны, мы провязали изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, 5 рядочков. И теперь с лицевой стороны мы будем начинать после 3 провязанных изнаночных рядочков первую петлю. Кромочную снимаем, далее вяжем одну лицевую. И вместе следующие 2 лицевые вяжем одной. Вот так. То есть мы провязали кромочную, лицевую и 2 вместе одной лицевой. 3 первые петельки. Далее делаем накид и вяжем все петельки точно так же до последних 4 петель кромочной и 3 лицевых петель в конце. Вяжем все петельки лицевые. Довязав до конца ряда, и у нас осталось 4 петельки. Теперь делаем аналогично той стороне в зеркальном отображении накид. 2 вместе вяжем одной лицевой. То есть мы не сокращаем петельки. Далее довязываем одну лицевую, кромочную петлю, изнаночную. Развернув на изнаночный ряд, мы вяжем все петельки абсолютно лицевые. То есть кромочную снимаем. Далее вяжем лицевая над убавлением лицевая, то есть над там, где мы провязали 2 петли вместе, это убавление. И накид провязываем также лицевой. У нас получается вот такая дырочка. Это и будет дырочка, петелька для пуговички. Точно так же до конца ряда вместе со вторым накидом довязываем все петли лицевые. Благодаря тому, что мы сделали убавление, то есть провязали 2 вместе одной петлей лицевой, а затем сделали накид, количество петелек у нас изначально не поменялось. То есть у нас как было, скажем так, дополнительных петелек с одной стороны 4 и 7, ну то есть 6 петель планки и кромочная, точно так же их и остается 4 петли 7 с одной стороны и 4 петли 7 с другой стороны. Вот, то есть все, пока продолжаем вязать дальше просто прямым полотном до следующей петельки. Довязали до конца, и у нас получилась вот такая вот петелька замечательная с одной стороны на петлях планки и с другой стороны вот такая петелечка на петлях планки. Напоминаю, мы ее связали
кромочную сняли, 1 лицевая, 2 петли вместе 1 лицевой и накид. Вот это и есть, скажем так, провязанные 3 петли с начала ряда, затем накид. Точно так же 3 петли в конце ряда, кромочная, лицевая, 2 петли вместе и накид с другой стороны. И теперь смотрите, исходя из количества провязанных рядочков с одной стороны, то есть на лицевой стороне, мы сделали первую петельку через 3 изнаночных ряда. 1, 2, 3 с одной стороны и 1, 2 и наборочного края с другой стороны. Мы будем отсчитывать, делить вот эту сторону лицевую на 4 пуговички. То есть мы сделали первую петельку через 3 изнаночных ряда. Затем нам нужно поделить оставшееся количество рядочков, чтобы равномерно распределить еще 3 пуговички. Если я посчитаю количество изнаночных рядочков, то у меня получается, что через 3 у меня первая пуговичка будет. Через 11 изнаночных рядочков вторая пуговичка, через 11 изнаночных рядочков третья пуговичка, через 11 рядочков изнаночных четвертая пуговичка. И в конце у меня останется точно так же, как и в начале, 3 изнаночных ряда. Возможно, у вас в конце останется 4 изнаночных ряда, к примеру, если вы провязали на один ряд больше. Абсолютно здесь ничего страшного. Мы делаем... Можете по желанию, если у вас размер больше 5 пуговичек, соответственно, если у вас размер меньше 3, здесь вот так вот распределить пуговички. Но я буду 4 небольших пуговички. В принципе, вот этой петельки для пуговиц хватает для, скажем так, размера пуговицы диаметром где-то порядка 13 миллиметров. То есть, в принципе, около, скажем, 10-13 миллиметров. То есть этого достаточно. Петелька еще по ходу носки потянется. Больше здесь, мне кажется, делать не стоит, так как будут большие пуговицы грубо смотреться. Поэтому я сделаю 4 пуговички, но поменьше. И сейчас продолжаем вязать. Мы связали один изнаночный ряд, получается, вот так вот, если вы посмотрите. А, даже это с изнаночной стороны, я смотрю, показываю вам с изнаночной стороны. Вот, с лицевой. Один изнаночный ряд с одной и с другой стороны петельки. И нам нужно связать, пока их не будет еще 10, то есть до 11 изнаночного ряда. И затем, развернув на лицевой ряд, мы точно так же будем вязать в начале ряда кромочную снимать, 1 лицевую, 2 вместе 1 лицевой и делать накид. В конце ряда в зеркальном отображении делаем 4 петли, остается в конце ряда, делаем накид, затем 2 петли вместе, 1 лицевая и кромочная петля. Я думаю, что здесь вы справитесь, поэтому продолжаем делать еще вот таким же образом 3 петельки. А затем довяжем до общей высоты. У меня, повторюсь, останется 3 изнаночных ряда, возможно, у вас чуть-чуть больше, исходя из того, сколько вы вязали первую часть. Вот. И вяжем для того, чтобы у нас были 2 аналогично связанные полочки по высоте. И спинка, и перед. И, соответственно, у нас будет немножечко, скажем, длиннее части, там, где у нас проймочка. То есть не такие маленькие, а подлиннее. А так у нас две абсолютно идентичные стороны должны получиться. Связали 4 петельки через каждых 11 рядочков. И у нас осталось связать 3 изнаночных ряда, чтобы аналогичная первой стороне была вторая сторона. У меня связано, как вы видите, 2 изнаночных ряда. И я закончила провязывать лицевой ряд. И сейчас оказываюсь в начале изнаночного ряда. По ходу вязания 3 изнаночного ряда, после последней петельки для пуговички, я буду делать закрытие петель. То есть сейчас я кромочную снимаю, далее провязываю каждую последующую петлю лицевой и перекидываю на нее предыдущую петлю. Таким же образом мы с вами закрывали петельки для проймы и горловинки. Снова лицевая, на нее предыдущую петельку накидываю. Лицевая, на нее предыдущую петельку накидываю. У нас идет вот такая косичка закрытия петель по нижней стороне. При этом параллельно вывязывается последний изнаночный третий ряд и делается закрытие петель полностью. Мы уже связали нашу жилеточку. Вот так вот я провяжу сейчас буквально несколько петелек для того, чтобы вам показать, как оно должно получаться с лицевой стороны. И обратите внимание, что закрытие петелек я делаю с изнаночной стороны, провязывая как бы лицевыми петлями изнаночный ряд. То есть вот я сейчас оставляю последнюю петельку, вот так вот,
И у нас получается с изнаночной стороны такая красивая косичка, как и на закрытие горловинки. Вот здесь у нас была такая косичка, вот она. Точно так же и с лицевой стороны, вот она последняя петля и 3 изнаночных ряда. Вот так. Получается очень красивое аккуратное закрытие. Как на мой взгляд, это самый здесь наиболее лучший вариант по виду. И благодаря тому, что у нас платочная вязка, идет чередование вот таких вот лицевых изнаночных рядочков, то получается, что мы с одной стороны просто их закрываем. Если по желанию хотите, можете с лицевой стороны делать закрытие, тогда у вас с лицевой стороны будет вот такая красивая косичка. Остается в конце у нас после закрытия всех петелек одна петля на спице 1 и 1 петля на спице 2. Мы последнюю петлю вяжем лицевой и на нее переодеваем предпоследнюю. В итоге у нас остается всего лишь одна рабочая петля. Что мы берем? Мы переодеваем сквозь нее рабочую нить, вот так вот, делая новую петельку. Эту хорошо петлю затягиваем. И снова через образовавшуюся петельку еще раз пропускаем ниточку. Теперь вот эту ниточку отрезаем. Можете оставить небольшой хвостик для того, чтобы спрятать вот по ходу этой косички. Аккуратненько крючочком вот эту вот ниточку хвостик. Она у нас закреплена уже, здесь такой вот получился узелочек. И все аккуратненько. Теперь что мы делаем? Я специально не отрезала вот эти хвостики ниточек по ходу того, как я прятала. Вот, чтобы видно было, что это изнаночная сторона. Вот она, наша косичка закрытия с изнаночной стороны. Это у нас получается внутренняя сторона переда, это внутренняя сторона спинки. Мы разворачиваем спинку вот так вот к себе и вверх, сверху прикладываем к спинке. Вот так. У нас по количеству рядочков совпадает полностью от линии проймы до линии проймы. Вот так вот выглядит спинка. И теперь, что нам нужно? Нам остается лишь только... Берем пуговички. У меня пуговички диаметром 18 миллиметров. Я подумала, что лучше взять с небольшим запасиком для того, чтобы, когда у нас будут по ходу носки растягиваться петельки для пуговичек, чтобы у нас не были эти пуговички, скажем так, не выскальзывали. И вот мы теперь отсчитываем 3 ряда изнаночных сверху, где у нас первая петелька. Пришиваем одну пуговичку по центру линии проймы. Затем отсчитываем 11 изнаночных рядочков, вторую пуговичку пришиваем, 11 рядочков отсчитываем третью и 11 рядочков отсчитываем четвертую пуговичку с одной стороны и точно так же с другой стороны. Все абсолютно делаем идентично. И после того, как пришьете пуговички, просто делаете вот так вот застегивание, и у вас получается уже вот так вот сверху пуговички на застежках. И все, с одной стороны, с другой стороны. Когда вы будете одевать на ребенка, то у вас будет здесь как бы соединена передняя сторона и спинка. И вот таким вот образом у вас будут застежки. Вот. И будет цельное полотно по бокам. Никаких, скажем так, шовчиков не будет, ничего. В принципе, можно, я считаю, что сделать такую же жилеточку, чтобы застегивалась на спинку. Тогда у вас будет... получаться вот так вот, то есть передняя сторона как бы будет с петельками, а спинка будет с пуговичками, и вот так можно застежку. То есть, ну, как по мне, в принципе, какая разница, так как ребенок очень маленький, то удобнее скорее застегивать наверх. То есть вы ложите ребенка, одеваете горловинку наверх и делаете застежку уже с передней стороны. Так, пожалуй, аккуратно и удобно. Вот, все, пришиваете пуговички, и ваша жилеточка готова. Я надеюсь, что у вас все получилось, было понятно и понравилось. Не забывайте лайкать, делитесь моим видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!